это еще было? Что это еще было, сука? Не, не помню третье. Что это еще было? Скажи, пожалуйста, вот отец богатый человек, мать, но тоже держала бизнес. У тебя детство было богатым или нет? Ну, у меня всегда была еда и теплый дом. Я считаю, это уже богато. Был свой дом? Не, ну в смысле, крыша над головой, квартирка. То есть у тебя детство было крыша? Двойная смежная. Крыша была. Детство было крыша. А какой крыша? И квартира, сейчас у тебя крыша. Есть крыша, да? Откуда это? Вот. Все правильно. Без крыши вообще ничего не пошло бы. Ты учился в педагогическом университете в Уфе? На каком факультете? На... Зря, не чисто математическое. Был исключен, да? После того, как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете. И записал это на видео, да или нет? Да. Сколько лет было ученице? 18. Это была моя знакомая хорошая. Поэтому я так и сделал. Ну, типа, просто чтобы, ну, смешно, шутка. Я 18. Она моя знакомая. Гений пиара и хайпа. Молодец. И что, все, блядь, я думаю, хватит. Я хотел записать на видео. Нет, я трактил на видео бы не стал. Ну, YouTube не понятно. А есть еще пункт. Можно вообще аккаунт завести. Все, 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 давай, ну, Алиша, заведи на Пурхайд аккаунт и вперед. Али слабо. Как ты можешь? Да. О, ты представляешь? Но... Да. Руководство университета, как пишут опять-таки, тебя называли уродом, а творчество дерьмом. Все так и было. Ты что придумал? А кто интересный легенда сейчас? Алишерчик. Обидно было? Скажи честно, кто все это придумал? Сценарий? Супов? Или кто? Просто интересно, честно. Кто это все придумывает? Затем ты поступил в Уфимский авиационный технический университет. То есть копирайся в духу всяких, вот они придумали. Короче, я туда поступил, потому что... Какой-то интересный, что... тот, кто его крышует, он у него... Просто семья, он его любовник или кто? Ну что, я типа... И этот брат, ну вот с этой геморрой, это чего вообще, бородач или знаешь что? Просто интересно, вот никто не будет раскручивать, писать об этом, с утра до вечера, ну поводов миллион делать. Без крыши-то никак ничего не будет. Короче, просто интересно. Алиша, кали, давай, чек говорит. Просто семья, он не разочарована, я такой, ну пора браться за мост, пора. Сейчас я разъебу, я охуенно сдал ЕГЭ, я поступил на бюджет. Пошел. Получился 2 недели. Кто же его крышует? Вот это интересно. И снял первый выпуск из «Зерера». Да. Сразу же поставил. Этот оба, говоря, чему я стал популярным. Как мы с тобой смотрим, Вот только ушел с «Зерера». Смотри, как мы хорошо смотрим. Нет, давай лучше видосики поснимаем, блядь. Это прикольно, чем сидеть, никого не понимать. Когда ты увлекся рэпом? С 11 лет. Почему рэп? Вот что вдруг произошло, что именно рэпом ты увлекся? Я не фанат конкретной культуры. Я не знаю там всех вот этих вот, кто родил рэпом, то истоков, кто-то что-то, блядь. Да говно они все, рэп вообще говно. Я с детства хотел просто всем доказать, что я что ты самый крутой. Лучший. Да, конечно. Даже не так, я с детства знал, что я лучший. Ну это и я знал, и это был. Светик знал, Катька знал, все мы знали, что мы лучше. С помощью которого я лезу выше. Да. Не основной деятельностью, не вот. Моим делом жизни, мне похуй на музыку, честно. Я ее люблю, она охуенная, но... Главное это я. Я шоумен. Я номер один. Мы коллеги с тобой. Абсолютно. Да. Вот. И музыка это один из инструментов в моей профессии клоуна. Завтра может появиться другой инструмент. Правда? Уже появился. И не один. Какой? Ну, как минимум, это империя офлайн бизнеса пошла. Сейчас ресторан. Сейчас дальше вообще пиздец будет. Надеюсь, ну, блядь, Москву откроют скоро, заебаю уже. Надо инфопов догнать, один за другим, Алиша, слышишь? Если ты не будешь им делать, тебя работают, Гуфа, ты бы там даешь. Кого из рэпера ты слушал в детстве? Гуфа? Гуф говно вообще, чё в нём хорошим? Всё, это основные. Вот это вот, я на них вырос. Бля, ну и слушай тебя, чувак. Себя там. Я люблю трэп-латину, просто вот латинскую музыку люблю, пиздец. Латина говно! А какого-то исполнителя, который... Латина говно, нет, говно! Именно жанр. Трэп-латина это разъебал. Это колхоз, а не разъебал. Сейчас, это колхоз, Алиша. Там очень много латинских мотивов. Ну не знаю, что хорошего. Я там превратился в латинус. Да не латинус, ты нормальный татарин такой. Музыку для души. Я нихуя не понимаю, о чем они поют. Ну они... Ты не можешь не танцевать. Да, говнище, я тоже так считаю. Они для мозга. Поэтому... Ну просто. Первый клип «Выше облаков» ты снял мне в 12 лет. Да. О чем был клип? О чем? О любви. Ну, о том, что... О любви с артистом. Там даже с... Что зеваешь, охуел, что ли? Да. Тебе скучно? С Романовым сделаем так, да. Что вы поймете. Роман. До конца лета. Понял. Вот. Мы уже поняли. Но он выбил все. Если условно, мой предыдущий альбом побил все рекорды абсолютно, набрав 95 миллионов прослушиваний за год, да. То этот в сумме набрал 100 миллионов за 3 недели. Все подростки, Моргенштерн, за тебя. Ты чёткий, вот, да. Слушай, деньги. Хороший у тебя продюсер, продюсер какая-то интересная. Нет, хэппинс это, ну... Да, хэппинс. Короче, вот миллион долларов хэппинс и бизнес, это альбом, да, миллион долларов, доллар альбом, да? Да. Это... Вот это тот самый нерукотворный памятник, который я себе воздвиг. Да, давай. И реально искренне желаю расти. К нему не взрастет народная толпа. Не взрастет никогда. Никогда. Я вам желаю открыться и проникнуться им, потому что... Прониклись! Я горд, я горда за тебя, за мою... Вон, Катька вообще уже в осаду попала. О, я хотел, знаешь, что предложить? Давай это интервью назовем не типа Алишер Моргенштерн, там, про, блядь, Алишер некрасиво. Я не усмотрю случайно. Спасибо. Мальчик мой. Боюсь спросить, кто из вас Гордон. Если я Гордон, то вы боялся меня. Гордон и Гондон. Идем дальше. Давай. Сколько концертов в месяц ты даешь? Ты даешь, когда нет пандемии? Вот давай, пандемии нет. О, я очень жду огромный тур. Я соскучился по туру, пиздец. А куда тебе идти? Я готов давать. Да. За год, ну не знаю. 365 гони давай.
Ну, наверное, 60. Больше. Чё, мало ты как? 365! Жить-то надо, конечно. Не, концерты я обожаю, но... Да, ну, не больше. Бля, я вот... Я сейчас посмотрю, как подростки. В Уфе, нет, никак. Я вообще свет, Я вообще думаю, что секрет его популярности, это, конечно, то, что он несломанный подросток. И все подростки за него, да, конкретно. Причина вот любви, народный к нему, это подростки. Больше всего просмотров в Ютубе. Какой клип имел? Имел или имеет? Ты так говоришь, как будто уже знаешь, что... Если бы у него не было крыши, нахуй там бы уперся. 120 миллионов просмотров. Ты дурка. На земле живет 7 миллионов людей, прикинь. За что я тебя не люблю, признаюсь честно, пацаны. За то, что я направил тебе завидую. И пусть потом говорит. За то, что я придирчиво и ревниво смотрю, кто сколько набирает просмотров у Юрия Дудя. Я дал свои 24 миллиона, а ты меня взял и обошел, у тебя 27. Я думаю, это да, 20, все подростки за него. Ну, блин, что вы развели тут бодягу, а? Он четкий, четкий подросток, за него вся молодежь, которым хочется бабок, денег, секса, свободы, родителей нахуй куда-нибудь загнать. Есть темы доводов, чтобы ты меня разъебал. Да. Давай, я вас сам прочел интервью, как и тебя. Я сам написал, Дмитро нахуй, сам написал. Вот. Ты пусти, давай пакетируй. Алло. Осталось ощущение, знаешь? Алло. Ужасное женское ощущение, недоёба. Женское, да, недоёба, да. И переёба. Недоёб вообще-то, чувак. Нет, держись. Недоёб, женщин от вас импотентов. Ха-ха-ха. Кать, слышишь, что он говорит про недоёба? Скажи, пожалуйста, если когда тебе... Смех один, просто смех. Ой, не могу. Ты монтировал клипы для Фейса. Кто круче, ты или Фейс? Нельзя сказать. Дипломат. Окей, нет, подожди. Круче с какой стороны? Да, с точки зрения искусства. Искусство? Да. Бля, где искусство? Где нахуй искусство? Привет, Сири. Где искусство вообще здесь? Алло. Ну и нахуй пошла. Да. Вот, искусство? Да никто, блядь. Мы оба долбоёбы. Вот всё, тупо. Рулит, конечно. Когда у тебя такие просмотры. Обожаю. Очень хороший парень, кстати, он мне очень понравился. Ванька супер. Он тебе сейчас завидует профессионально, как конечно. Ты думаешь? Не, я думаю, нет, потому что он... Ты думаешь, что ты ошибаешься? Завидуют злые люди, а мне кажется, он добрейший человек. Да, ладно, ты ошибаешься. Ванька супер. Я недавно про него сказал... Через год ты поймешь, что ты ошибаешься. Вот его все обожали, он всю страну выебал, а потом он стал серьезным, и всем стало у него похуй. К сожалению, это правда. Да, но Вань, бля, я тебя обожаю, правда. Мы перестали общаться одно время. Что стал серьезным. Можешь покинуть Россию. Да. Ну просто. Куда тебя войну? Ты говоришь, нужно языка смотреть. Кто-то там, ну, долбоёб. Там очень много людей. Мы на коннекте с Верхушечкой. Я знаю многих людей, они люди. Вот с Верхушечки начни. Всякое может случиться. Скажи, кто тебя крышует, чувак. Скажи честно. Ну, тогда придётся. Да. Что должно произойти, чтобы ты эмигрировал из России? Ну, если я узнаю, что на меня точит зуб какой-то сверх, там, долбоёб, тебя это может испугать. Ну, не, я же не смертник. Я же не войну не устрою. Ну, пусть точит, если будет. Ну, либо если начнется вот это вот... Очень интересно. Я думал, если вот начнется занавес, да? Занавес, поставят сверху в России. Да, бежать тогда или нет? С одной стороны, я об...